Здравствуйте, коллеги, спасибо, что смотрите ProDexpo 2021. Рядом со мной новый спикер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и какую компанию представляете? Меня зовут Кузьменко Герман, я представляю компанию HQTS в России. Я руководитель продаж направления по России. Очень интересно, чем занимается ваша компания и какие у вас задачи на этой выставке и вообще в принципе в работе? Наша компания продает инспекционные услуги, услуги по контролю качества продуктов, оказывает консалтинговые услуги, лабораторные испытания. А задача у нас очень простая – побить наших европейских конкурентов, поскольку наша компания китайская, основана в городе Фуджоу. В 1995 году, это прошлый век уже, почти двухвековая история у нас. Вот. Задача очень простая. С этой целью мы развиваем направление контроля качества продуктов для сетевых ритейлеров по контролю продуктов питания. И вопрос такой, работаете ли вы уже с какими-то крупными ритейлами? Можно ли это называть, в принципе, в нашем эфире? Но несмотря на то, что мы всего лишь, наше направление существует всего лишь полгода, из которых 4 месяца это карантин, мы уже работаем с двумя крупными федерального масштаба сетями продуктовыми. У них довольно-таки большой объем закупок в Китае и не только в Китае. Я их пока не хотел бы называть, чтобы не злить конкурентов. Но, конечно же, этого недостаточно. Мы хотели бы расширять рынок, развивать, устанавливать новые контакты и расширять рынок, расширять нашу долю рынка. Расскажите тогда, мы поняли, что у вас есть конкуренты, которые работают уже давно на нашем рынке. Какие ваши конкурентные особенности и плюсы? Конечно же, первое – это качество. Поскольку компания продает услуги контроля качества, конечно, мы обязаны следить за качеством. Мы сертифицированы ISO, и мы представляем свои услуги в соответствии с международными стандартами, очень четко это отслеживаем. Второй вопрос, второе наше преимущество – это ценовая политика. То есть по сравнению с европейскими конкурентами мы дешевле. Дешевле, не менее чем на 30%. И мы быстрее. Мы идем к нашему клиенту, мы отвечаем быстрее, мы предоставляем больше услуг в единицу времени. Отлично. От нашей выставки вы ждете новых знакомств, представить себя или уже здесь заключить контракты с какими-то представителями ритейла? Если бы, конечно, получилось какие-то контракты заключить на выставке, я надеюсь, это получится. Мы ждем расширения наших деловых контактов, представляем нашу компанию. И мы на самом деле, какую я задачу себе ставлю, это набрать вопросы и проблемы, узнать проблемы, которые существуют в России, в этой отрасли. И затем, в соответствии с этими, может быть, проблемами, пожеланиями, выставить наши коммерческие предложения, наше решение, видение этой проблемы, решение этой проблемы. То есть, многоплановое такое. Выставка очень большая, и я надеюсь, я уверен, что здесь будет результат. Отлично, мы вам желаем удачи, успеха, и надеемся увидеться в следующем году, чтобы ваша компания отвоевала большую часть рынка и шире представила свои услуги у нас в ритейле. Спасибо огромное. Я хотел бы еще добавить один вопрос, что у нашей компании филиалы существуют по всему миру, их более 25, мы не только, как Китай, да, он идет не только в Россию, у нас существует филиал в Индии, у нас существуют филиалы в Европе, у нас существуют филиалы по всей Юго-Восточной Азии, именно филиалы. У нас даже существует филиал в Штатах. Поэтому мы хотим расширяться и хотим идти к нашему клиенту не только для тех, кто закупает в Китае, но тех же, кто планирует закупать в Юго-Восточной Азии, но и также тех, кто планирует экспортировать. Потому что Россия сейчас начинает экспортировать очень в больших объемах. Здесь мы тоже можем помогать нашим клиентам. Спасибо огромное за такую интересную беседу.